Очередной эксперимент. Я опять рискнул купить что-то дешевенькое и попробовать его съесть. Ну что, ребятки, смех смехом, но я все-таки купил эту колбасу, которая стоит 50 рублей. И, как и раньше, эксперименты, если проводить, то только на себе. Я не знаю, что там может быть внутри, потому что... Меня извините, конечно, но мясо стоит сейчас 300 плюс. Это чистое мясо, да, из него еще надо что-то сделать. Конечно, понимаю, что можно там нахимичить, но на самом деле я раньше тоже такие эксперименты проводил, пока живой. Колбасин за 50 рублей за 300 грамм. Это сколько за килограмм получается? 150 рублей. Может ли в ней быть хоть намек на мясо? Ну, в принципе, должен быть. Это же не 30 рублей, как мне некоторые скажут. Но в последнее время за 30 рублей колбаска мне уже не попадается. Ну, цены-то выросли. Ну, в общем, ни пуха мне, ни пирожка. Надеюсь, я выживу. Такой экспериментальный бутерброд. Но тут, в общем-то, интереснее будет, наверное, потом. Пойдут ли дальше видео? Или это видео было последним? Нужно пока почитать, из чего оно. Мясо курицы. Свинина, шпик, говядина, крахмал картофельный, молоко сухое, соевый белок, животный белок, посолочно-нитритная смесь. Ну, короче, химия за вас. Кстати, на удивление, даже вкусная. Так что, ребята, не надо ругаться на дешевые колбасы, даже без кетчупа идет. Я думал, если что, достану кетчуп. Нет. О. Надеюсь, встретимся в следующем видео. Колбаска зачетная.